Дорогие друзья, приветствую вас. Сегодня у меня небольшая прогулка от отеля «Рэдисон» в сторону Абхазии по Олимпийской набережной. Это 18 апреля 2022 года. Погода немножко прохладная, но люди сидят около моря, отдыхают, но ветер очень-очень сильный. Рыбный ресторан «Клёв». В этом ресторане не был, но, наверное, рыбу продают. Люди катаются на самокатах, на велосипедах. Отдыхают люди. Все кругом работает. Все рестораны открыты. Но народу не слишком много. Может быть, это отошли немножко от центра, там, где стадион Фишт, там в основном весь народ. Ну, давайте пройдем и посмотрим, и полюбуемся красотой. Сегодня ветер очень сильный, прямо очень-очень, даже сдувает. Люди одеты совершенно по-разному. Кто-то ходит в футболках и в шортах, а кто-то в курточках. На набережной, вернее, на пляже что-то тут копают, строят. Шторма постоянно размывали пляж. Так его что-то там обновляют опять. Во, как мешок для мусора. Наизнанку даже его вывернуло из урны. Такой ветер. Хорошо, хоть он оказался привязанный, а не улетел. Итак, иду дальше по набережной, и кругом сплошные рестораны, магазины с сувенирами. Только ходи и покупай, трать деньги. Все для отдыха. Вон сколько тут всего. А тут можно посмотреть, как люди развлекаются. Как раз сегодня ветерочек сильный. Вон кто-то там один
по волнам катается. А здесь только готовят эти, это как не парашюты, а какое крыло, что ли, или как оно называется. По волнам. Смотрел одного человечка, даже так потащило, что он еле-еле это крыло мог остановить. Фонтан дружбы народов. Да, народу совсем мало, еще не сезон. Не сезон, и прохладно. Вот как раз это место, где один человек даже не мог с ветром справиться, к нему помощник подошел. Ну вот, а впереди уже показалась Абхазия, вся в облаках. Или туман там такой, наверное, туман в горах. Горные вершины не видно. Вот раньше сколько ходил раз, постоянно думал, что здесь в конце набережной уже граница с Абхазией. Но в этом году все-таки я разведал это место, обошел вокруг вот этого забора. Тут забор с колючей проволокой, думал, там еще и пограничники. Оказалось, нет, надо все это место обойти.